В конце прошлой недели вскрылась техническая ошибка – постановление областного правительства о повышении зарплат медицинским работникам. На нее указала медицинская палата региона. В региональном Минздраве прошла пресс-конференция, посвященная разъяснению причин возникшей ошибки. В итоговую сумму оклада в результате были включены стимулирующие надбавки. В результате объединения Минздрава и соцблока в экономическом блоке объединенного министерства не осталось ни одного специалиста, который работал бы в структуре медицины. Люди, оставшиеся специалисты высокого класса, но они работали именно социальным блоком. Медицина имеет очень свои нюансы серьезнейшие, что в итоге и привело к тому, что возникла техническая ошибка в части начисления окладной части медицинским работникам. По словам Рашида Абдулова, руководитель экономического блока министерства уже уволен за допущенную ошибку. Что же останется неизменным, так это повышение окладов врачей и медсестер до уровня, указанного президентом России. При этом сумма окладов в нашей области будет значительно выше, чем в ряде регионов Поволжского федерального округа, таких как Пенза и Самара. Средний уровень зарплаты врачей составит 49 340 рублей, медсестер – 24 557 рублей. Егор Титов, Юрий Конихин, новости дня, Ульяновская правда.